Oxygen. The artificial blood circulation ensures the metabolism necessary for the life of the head. The isolated head lives on for hours and reacts to external stimuli. The isolated head even reacts to light and to sound. Полвека назад, в далеком 1952 году, Демихов поставил первый сосудистый шунт на соединение аппарата искусственного кровообращения. В 1947 году ученый делает... Не забывая о сердце, Демихов поднимается на новую ступень трансплантологии. В 1954 году он вновь заглядывает в будущее. Ему удается сделать двуголовую собаку. На тело большого пса пришивается голова и часть туловища маленькой собачки. Очевидцы утверждают, что у каждой головы после операции сохранялся свой прежний характер. Большой ласковый пес никак не мог повлиять на новую часть своего тела. Маленькое кусачее животное продолжало быть агрессивным. И вот что еще интересно. Во всех двуголовых экспериментах можно было наблюдать процесс так называемого омоложения. Например, коллеги доктора Демихова обратили внимание, что на пересаженной голове старой собаки потускневшая шерсть уже через неделю-другую начинала блестеть. Очевидно, это происходило из-за того, что старая голова теперь полноценно функционировала на молодом теле. Единомышленник и верный помощник Демихова Владимир Михайлович Горяинов был соавтором двухголового эксперимента. Каждый эксперимент с двухголовой собакой длился в среднем около месяца. Подопытные животные часто гибли, потому что основное тело во сне могло перевернуться и невзначай придавить пришитую голову.